Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Продолжаю, точнее начинаю покраску Т-72 от фирмы Мэнк. К сожалению, серия по пришейдингу не получилась. Точнее, забыл включить освещение и получилось видео темным. И я решил его не выкладывать. Ну вот, подготовил модель, сделал пришейдинг. Так, красиво все получилось. И сегодня начнем покраску. Красить буду, как и говорил ранее, в камуфляж российского биатлониста. По инструкции нам предлагают цвета красно-коричневый. Буду использовать от фирмы Tamiya XF64. Потом предлагается цвет темно-серый. Я буду использовать цвет от Мистер Хобби старая резина. И немножечко добавлю в эту краску белого цвета. Как раз получится темно-серый. И также нам предлагается цвет светло-серый. Буду мешать XF19 SkyGray от Tamiya в пропорции 1:1 белым от фирмы Мистер Хобби. Начну, сейчас подготовлю краску и начнем работать. И заодно проверю и опробую свое новое приобретение, свой аэрограф Inkit. Посмотрите, как он красит. Начну подготовку. Начну красить днище танка. Начну красить с красно-коричневого цвета. И забыл еще уточнить, показать. Фирма Мэнк дает вот такой вот трафаретик, чтобы красить катки и при этом не задуть бандажи резиновые. Ну, начнем. Thank you.
задул коричневым цветом, красно-коричневым. Так получилось. Теперь буду задувать темно-серым. Краску подготовил уже. Сначала с внутренней стороны, потом с наружной задую. Задул темно-серым и заодно на корпусе танка тоже подготовил следы для нанесения масок сразу. Сейчас развел светло-серый цвет, тоже подготовлю и башню заодно. Башня получается двухцветная, можно будет ее легко подготовить.
друзья, такая получилась заготовка для дальнейшей работы. Башню осталось сделать маски и покрасить коричневым цветом. С корпусом еще буду работать. После того, как закрою ходовую, поставлю гусеницы, экраны боковые. Вот как сейчас получается. Аэрографа мне работать очень понравилось. Все-таки новый аэрограф превзошел все мои ожидания. Я доволен. Там получается хорошо. Камуфляж тоже неплохой. Вот. Ну, на этом буду заканчивать. Кому интересно, следите за выходом новой серии. Сейчас дам подсохнуть около суток и продолжу дальше красить. Почему даю так долго просохнуть? Так как, наверное, буду уже наносить маски, и чтобы краска потом не снялась вместе с масками, лучше дать ей побольше просохнуть, чтобы не рисковать. Ну все, друзья, кто не подписался, подписывайтесь. Всех благ вам и вашим близким. До новых встреч!